Корнилий Сергей Владимирович, 87-го года рождения. А? 87-го года рождения. За день прыгнул с парашютом, сам без инструктора. Сейчас залез на какую-то доменную печь. Собираюсь прыгнуть с резинкой. С веревки. Вот это да! Жизнь, она прекрасна. Так можно дальше там? Страшно до ужаса, если бы вы только знали. У нас батарейка садится. Какой ветер здесь? Мама дорогая. Толкайся и пошел, Серега. А что, когда уже прыгать? Сейчас. Сейчас прыгай, очень далеко отталкивайся. Прям очень далеко. Прям очень далеко. Боже мой, а нельзя вперед ногами? Ну он этот коричневый. Очень далеко прыгает. На коричневый контейнер ориентируйся. Я клянусь вам, давай очень пока страшно. Давай, пока ветра нету. Люблю вас. Господа, это очень страшно. Это очень страшно, мама дорогая.